Всем большой привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Тина, кто заглянул впервые. И сегодня в этом видео я покажу вам распаковку очень интересного заказа. Если вы подписаны на мой канал, то видели недавно, наверное, пост о том, что Lancome выпустили адвент-календарь, а также бьюти-бокс, который наполнен их легендарными продуктами. И этот бьюти-бокс стоит 140 евро, но наполнение в нем намного больше, приблизительно вот на такую сумму. Я являюсь поклонником Lancome. И, конечно же, я не смогла пропустить одно из этих предложений. У меня стоял выбор, либо это адвент-календарь, либо это бьюти-бокс. Так как все-таки два предмета достаточно дорого, то я решила выбрать один. Так вот, этот бокс ко мне приехал сегодня, и я готова его распаковать. У меня здесь стоит большая коробка, так как на официальном сайте Lancome сработал определенный промокод. То есть бьюти-бокс стоил 140 евро, и вышел он для меня 110 евро. Помимо этого, еще Lancome предлагал определенные подарки при заказе. И, конечно же, я не смогла пропустить мимо предложения, тем более, что еще на все продукты распространялась скидка 25%. И, как я повторяю, я являюсь фанатом этой марки, поэтому, конечно же, я с удовольствием заказала. Я не так часто беру Lancome, где-то раз в году. На самом деле, как правило, я дожидаюсь каких-то определенных скидок или акций, и только тогда заказываю Lancome. И вот такая огромная коробка, я ее притащила сюда. Давайте просто посмотрим, как все было упаковано. Упс, вот так Lancome упаковал эту коробку с моими подарками. Вот она, эта коробка, в которой мои самые любимые сокровища от Lancome. На самом деле здесь очень много продуктов, которыми я уже пользовалась и обожаю. Давайте поставим ее теперь вот сюда. Перед тем, как мы заглянем в эту коробочку и распакуем ее, хотя я ее себе вообще-то для Нового года приберегла, но мы заглянем одним глазком. Перед тем, как мы откроем эту коробочку и заглянем, что там внутри, покажу, какие подарки мне пришли дополнительно. Эта коробочка стоила 110 евро со скидкой, поэтому мне нужно было набрать еще что-то на 40 евро. И я взяла вот этот тоник. Я взяла в объеме 200 мл. Это Tonic Comfort. Также я взяла еще вот такую миниатюрку крема Hydra Zen. Взяла 15 мл, потому что у меня сейчас очень большое количество крема. Дополнительно, то есть поверх моего заказа и скидки, мне еще положили несколько подарков. Один из них — это косметичка. Вот такая косметичка мне досталась в подарок от Lancome. Она очень классно выполнена. Я обожаю вообще люксовые косметички. И часто бренды зимой перед Новым годом делают очень много запусков с косметичками. И мне всегда нравится качество выполнения. Посмотрите, это такая хлопковая сумочка, косметичка. Все очень лаконично. Черный, белый. Молния тоже здесь оригинально выполнена. Вот из такой вот эко-кожи, так скажем. Внутри косметичка хлопковая, ее, возможно, будет легко стирать, но я думаю, что если она запачкается тенями или помадой, конечно же, будет сложнее отмывать. Качество этой косметички 5 баллов из 5. Следующим подарком была вот такая упаковка миниатюрок. Давайте заглянем внутрь. Все очень классно выполнено, зафиксировано, ничего не болтается. Первая миниатюрка — это вот такой Lancome Advanced Genifique 10 мл. Здесь этой сыворотки. Это их такая самая популярная сыворотка, наверное, и она мне как раз-таки нравится. Далее здесь следующий продукт в этой коробочке в подарок. Легендарный La Vie est Belle. Я совсем не фанат этого парфюма, он мне не нравится, мне нравится только флакончик, у меня уже есть такой флакон. Пререканий к нему тоже не может быть, это такой же парфюм из разряда Chanel номер 5, он очень винтажный. Этот парфюм классический, поэтому он всегда у Lancome где-то в подарках достается. И последняя в этой коробочке с подарками. Вот такая миниатюра помады. Очень красивое оформление. Это приятный такой пластик с тиснением. Так, это оттенок 505. Это красный оттенок.
На сайте Lancôme также мне предложили выбрать два пробника. И это крем Anti-Age Re-Energy от Lancôme. Здесь 5 мл. Также мне хотелось попробовать еще их тональный крем Tint Idol. Я не пробовала его ни разу. И, честно говоря, именно с декоративной косметикой Lancôme я меньше всего знакома. Мне нравятся у них туши, но я не пробовала ни один тональный крем. Ну что, а теперь давайте посмотрим эту коробочку. Посмотрите, какая красота! Такой огромный бокс! Обалдеть! Посмотрите только, какой он красивый! Вот такой огромный бокс! Посмотрите, он наполнен полноразмерными продуктами. Практически все продукты являются полноразмерками. Только один этот крем без скидки стоит 120 евро, а мне вышел весь этот бокс на 110 евро. Распаковку и свотчи мы уже посмотрим в рождественском влоге, а сейчас давайте просто пробежимся, потому что, возможно, здесь есть кто-то, кто любит Lancôme и кто хотел бы посмотреть именно само вот наполнение. Здесь у нас идет полноразмерная тушь Lancôme Idol. Здесь также у нас наполнение две полноразмерные помады. Вот такой здесь механизм, нажимаете и помада выскакивает. Ой, роскошный терракотово-красный, очень красивый оттенок, все очень красиво смотрится. Номер этого оттенка 299, French Cashmere, и это серия L'Absolue Rouge от Lancôme. Вторая помада в оттенке 06, Rose New Cream. И это та же самая серия, L'Absolue Rouge. И этот оттенок тоже очень красивый, припыленная роза, такой нюдовый. То есть получается три полноразмерных предмета. Уже их цена очень дорогая. И здесь посередине, в центре внимания, конечно же, их бестселлер. Это крем Lancôme Re-Energy. По-моему, да, он с пептидами. И я его ни разу не пробовала, потому что он очень дорогой. Но в этом наборе, да, получается, что за цену крема вы все получаете вокруг, можно сказать, в подарок. Конечно же, я буду пробовать его зимой. Сейчас у меня еще есть очень много кремов, у меня определенный уход. А зимнее время у меня кожа очень просит Dimethicone, и я с удовольствием буду пользоваться Lancôme. В прошлую зиму у меня не было Lancôme, позапрошлую зиму у меня был. Боже мой, какой эффект на коже, просто потрясающий. То все равно коже иногда нужно еще и что-то из вот таких составов, скажем так, мгновенно эффекта. Почему? Потому что люкс, он делает потрясающий мгновенный эффект, все безумно красиво, у вас очень красивая кожа, но тем не менее, если сочетать это еще с корейской или там органической или с медицинской косметикой, то, конечно же, это будет лучше. Конечно же, жить во Франции и не любить французскую косметику, это странно. У каждой француженки однозначно есть что-то от Lancôme на туалетном столике. Едем дальше. Здесь нам достается в парфюме уже больший объем. Здесь 20 мл. Вот такая вот travel-версия парфюма La Vie est Belle. Парфюм мне совсем нравится, точнее, совсем не нравится. Поэтому подарю тому, кто любит этот парфюм. И далее здесь полноразмерный крем для глаз из серии Genifique. И у меня этот крем уже был, я его покупала и очень люблю. Зимнее время у меня либо Kiehl's, либо вот этот Genifique. Поэтому, естественно, я обрадовалась, что он в этой коробочке. Следующий продукт — это миниатюрка. Это средство для снятия макияжа с век для чувствительной кожи. Я тоже пользовалась этим продуктом. И также мне нравится у Lancôme еще молочко для снятия макияжа. И снова формат, который я люблю, это Travel Size. И, конечно же, он у меня пойдет в мою косметичку для путешествий. Также здесь опять миниатюрка вот этого концентрата Genifique. И помимо этого концентрата, здесь еще идет Advanced Genifique в полном размере. Здесь 30 мл, и его стоимость достаточно большая. Нам положили, получается, миниатюрку и еще полный размер этой сыворотки, этого концентрата. Это классно, я довольна, то есть у меня получается в общей сложности здесь 30, 10 и еще 10, 50 мл этого концентрата у меня получилось в общей сложности. Ну и последнее, что я не смогу сейчас достать, я пыталась достать, но здесь такие вот держатели. Ставлю здесь картинку, как это выглядит сам набор. Здесь, я так понимаю, что набор из теней и продуктов для
лица в виде румян и хайлайтеров. Я об этом узнаю уже вместе с вами только в декабре. Вот мы посмотрели всю эту упаковку. Скажем так, это такой первый обзор, просто первое впечатление того, что я получила в этой посылке. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте. Даже если вы не являетесь фанатом Lancôme, мне будет очень приятно, и это мотивирует меня сделать видео. Пишите в комментариях, какой ваш любимый бренд. Спасибо вам, и увидимся в следующих видео. Пока-пока! Thank you.